Каждый год в Иркутской области специалисты заповедного Прибайкалья проводят зимний учет животных. Из недавних пор с этой непростой задачей им помогают справляться современные технологии. Например, фотоловушки, тепловизоры и даже квадрокоптер. С его помощью сотрудники организации могут вести учет даже в самых труднодоступных местах Прибайкальской тайги. И если раньше подсчет животных велся по следам на снегу, то теперь это в прошлом, ведь качество камер на летающем дроне позволяет распознать любую особь. Тем более, что точность численности косулей, лосей или, например, изюбри – одна из важнейших задач сотрудников заповедного Прибайкалья, так как, исходя из количества зверей, можно сделать вывод о благополучии экосистемы Иркутской области. К слову, квадрокоптер актуален не только зимой, но и летом, когда территории некоторых заказников превращаются в труднопроходимое болото. Также специалисты планируют использовать спецтехнику в марте на острове Ольхон. Остров Ольхон очень немногоснежный, и не всегда мы можем учитывать животных там по следам. Но зато там один берег достаточно крутой, и на нем очень хорошо видно изюбри, то есть олени, которые туда выходят. И как раз квадрокоптер нам в помощь. В этом году в марте мы собираемся осуществить туда именно такую поездку.